И чай на АФК отошел. У тебя своя гильдия, я так понял, еще, да? Угу. Она как называется? Слезы Алгалона. Тё, там что-нибудь проносит? Ну да, до Везакса дошли 25-ки. Просто название какое-то такое, если честно. Ну, непримечательное. Ну да. Такое. Рога комбо тоже, он же был этим, нахуй. Прочный, что ли, на хит? По-моему, прочный. Угу. Коня выключите, пожалуйста. О, все здесь. Так, ёпли, там ты не падает, да, Т-80? Бугут, нахуй, только грудь. Трейдер. А каску можно дать там, по танку? Что, заслужил каску, что ли? Давай вперед. Не, без каски боюсь. Что, их двоих надо хватать? Одного возьми, он сам придет. Хорошо. по 11 ебанул, вообще ебанул, кстати. Я истерию, наверное, роги буду кидать, да? Это я по приверженцу дам покаяние. Или по ханту, ладно. Немота. Жаль, что в Дискорде нет. Буксол на этом хрене первый раз. А это не босс. В чем проблема? Буксол вообще смиренный. Роги, вихрь, пожалуйста. Мабата. Порождение.
Там ти, Женек. А? Маба. Все, пожалуйста. Восприимчивость какой-то. Бля, мне я чарку на пуху не поменял. У меня ДДшная стоит. Или пох? Нет, не пох. Ну, надо это, ТП-шку делать. Стил. Сейчас я думаю, мобов можно убить без чарки. Ну, все равно делать ее один хуй. На выносливость надо или на парирование? Какое еще парирование? Каменные горгульи ставится. Ну там парирование 4% есть. Чарка. Хуйка. Защита. И 2% выносливости. Ну ладно. Парирование тоже неплохо. Сейчас. Сейчас посмотрим, сколько у меня жизни стало. На 1000 больше стало. А вот еще рыба есть. О, спасибо. У меня таких нет. Я на боссе выбью. Так, а что тут? Как? Контроль же. Я по приверженцам буду кидать. Астру, ты по кому будешь кидать? Робот, долго придерите новому агасапу. Ханту, что там? Контролить. Кому трап кинуть? Не знаю, можешь душу Богу кинуть. И что там остальные? Арт стайл, пироман тут. Че, поехали? Че шо? Кого хватать-то? Элима, хватай. Кого? Элементали. Че, пуля? Да. Так, в душегубы собирались. Ты отведи, там за УЕ сейчас с контролем. Отведи сюда. Сорвался. Немота. Ну,
Он заебался этим самым. Этот Арстайл, там переконтроль, потом приверженца, а то он килить начнет, пиздец. Мага обеденного добивал. Очко, пиздец. Контролить больше надо этих мобов. Пироман. Сзади. Это Роман сало кидает? И страж, оба. У них есть такая штука. Ой, там еще этот хуй проснулся, который лечит. Ну, круто. И страх кидает. Ага. Ой, еще и эти, все, заебись. Ништяк, я считаю, нормально подъедет. Фадок. Страх прям в толпу ебанул. Какой порт нажимать? Обвалившийся. Угу. А чё вы это как? Вот, чё ты не танчишь? Ну, в смысле, так бы... Так и два ретрика у нас получается. А кто хилить будет? Я хилю боксом. Не, я как бы, мне не сложно. Я просто... Мы шли, просто я хпалом был. Просто я больше ДПС по-любому дал. И плюс два ретрика. Ну, ну так-то нет, можно. Ты-то по сообразительней в танке, я вообще вот только вот, блядь, только создал его. Ну так-то можно и я по танчу могу. Ауры у нас все есть, и ханта, и ДК будут. Не, синте не сложно. Тади, я могу. Ну давай тогда помахнемся. Стрейн, прям... Давай трэш убьем сначала, а ну, на давай. Боссе я махнусь. А, блядь, я уже платку выпил, сука. Пошли, короче. Ничего страшного, твои паски. Ты чё, это бабки. У меня сейчас времени нет вообще на фарм, я захожу только на рейд и всё. Я на работе постоянно. Давай танчи. Кому, кого хватать-то? Сумеречный страж, убей его. Ага. А, понимаю. Там этого? Но я его не трогал, блядь. Это не ты. Ну приверженца давайте бить, остальных пидоров в контроль. Блядь.
как раз сбивать надо. Блять, страх, сейчас опять в бомбу прибегу. Ну ебаный в рот. Погнали. Мочи. Да тут не расконтролить это. Да нет, пиздец. Да нахуй, пизду. А чё тот слетел-то? Не знаю. Я видел, что сова мимо луны. Я бы я не трогал его. Сову забил. А чем сову? Звездопад, что ли? Просто лунный магнит. Они сказали контролить его, а не, блядь, пить. В смысле сказали его? Когда ты его уже сагрил? Нет, блядь, не короче, ты. Собить. Я ему покаяние дал на минуту, нахуя его было трогать? Тут упростили это все до невозможности. У вас есть марки: луна, овца, бан, ромб, череп, крест, трусы, фокус, поочередность. Что угодно можно делать. А то кто что делает? Круто сказано, понятно. Только надо сделать. То я начну скар водить. Здесь не моя, я вообще ничего не знаю здесь. А что тут знать? Тут знать ничего не надо. Мобов распределяешь, метки ставишь, и все, и говоришь, кому какую метку контролить. Да вроде все не, здесь не так. Пока я вообще ничего сложного не увидел. Бля, не, Кара Гер меня прям в начале она прям не ебанутая, ты че? Нихуя сложного. Как Кавай сказал, что у меня рекаунт на весь экран, то мне сложно. Мешок какие-то прибежал. Нечаянно, я думал, ты уже, блядь, иди, ты 8 собрал, ты все в этом, ты 7 бегаешь. Соберешь там, блядь, всяким женькам отдают ты 8. Бля, ну у меня одна шмотка Т8 осталась. Потерпите. Луну за контролю. Готовы? Помни агрить этого, пироман? Стража. Стража? Расставил пироман, Руса. Все, берем только стража. Прям вот сильно-сильно. Пидор, не броню снизу. Отведи его сюда в угол, у тебя сейчас зафирит опять, блядь, все сагришь. Фирит, приверженец. Ну вот, сейчас его тоже сюда отведем. Так, а кого тянуть? Приверженцы. Угол, угол, угол. Блядь. Угу. Пидор, на тебе, сука. Так, и вот так, по щам. Темную устраиваю. Ну да, блядь. А что это такое? Откуда они пришли? Фир был. Да ну нахуй. Пиздец, я ебёшь нахуй. Охуеть. Да, да нахуй, сука. Бля, ну в сумке столько шмоток, она походу сейчас все ломает, да? А фирит от диспелится, нет? Он какой, пристовский дает или варовский? По-моему, пристовский. Пристовский. Так он диспелится? Кто его будет диспелить?
Ну, палы, прист. Прист. У нас нету. Блять, что я в это время? Палы, по-моему, тоже должны диспейлить. Ну вот пал, который был в эфире, не смог диспейлить. Второй был не сделал. Арстайл, ты не видел, диспейлится этот фир? Я что-то не заметил. Он в фире был. Не, может, он до этого диспейлил. А то я кольцо льда только диспейлил и все. 25-ку до проноса не будет, да? События не стоит. Ну я вижу, что не стоит. Просто никто ничего не слышал, я просто в игру вообще не нахожу. Там же что осталось у нас, да, или там сложный, нахуй надо. Понятие, я пропустил первый добранос, потому что начались проблемы с компом. А я не помню. Суф не отдал Т8. Что-то хилить он собрался. Я тоже не помню, на ком. Вроде Мимирона убили. Да, вот и правильно. Сейчас, кстати, полегче, им ХП же снизили на 13%. Так-то намного легче стало. О, один остался. Потом еще два пака. Да я видел, пиздец. Еще 150 тысяч раз сдохни. Да нет, центральный сюда в край отводим, и никакой эфир не достанет до следующих. Ну, то есть по логике. Лак по ДК остался. Куда она? Пультим. Бля, как он сорвался, ты ебанутый. Держитесь, не мота. Дайте рыбу поесть, не обречь. Крес, раскидай метки. Был готовый по звезду сапнуть. Арцта трусики. Воет луна. Фокусим. Кто там? Фирмата. Да. Так, Лок дает бан по элементалю. А маг чипует стража. На тебе ромбит на стража. Мне кого танчить, кого цеплять? Арстал, треугольник. Пиромант. Сейчас я его найду. Блять, где ты, сука? У нас и Рога, и Паладин контролят трусы. Они не поняли, кто кого. Рога, звезду. Ну, поменялись бы. Пускай его Арстал везде даст сап и все. Что там, блядь? Ну, это да. Насчет 3 или что? Стоим дальше. Да я этого пиромант, пиромант-то что-то не могу найти. Да хуй забей, ну прибежит отдельно, кто останется незаконтроленный. Ну ладно. Стоп, фу. Это, расставил с пизду тогда там пройдешь. Все, крест тяни. Лок, лема, бань. Отлично.
Блин, это происходит опять. Батя, а что такое сложный? Я в ахуе. Ну если это правда Artstyle пишет, то тогда понятно, почему Starfall просто с контроля все выбивает нахрен и все. Я, блядь, тут мор не юзаю, лужу не кидаю, блядь, стараюсь, что тут хуйню какую-нибудь сдавать. У вас на каждом стоит метка. РЛ дает команду, бьем череп, все бьют только череп. Следующую метку он озвучит, следующую бьем. Никаких хуе, ничего не надо. Стойте, переконтроливайте, запомните цель и все. Вся задача. Все нормально было до стартфола. Но быстренько чпукнули одного паренька. Было все хорошо. Ебать, сходили на два босса. На вечность. На два трэша. На два трэша, ну, блин, не говори. Там тоже после этого босса трэш ебанутый? Нет. После этого босса еще один босс, который состоит из трэша. А, я понял. Там РДД нужно, типа, я думаю. Ну, чекотно, ну. Там срез по котяре ничего не слышно. Месяц прошел, не прошел там. Не знаю. Если бы хоть знал, я думаю, что он уже выговаривал все трубы трубы. Сейчас я буквально 20 секунд фильм скину на жесткий. Прокагиговый. Так, давай, встань. Сейчас звездочку все бьем. По контролям все так же, как и было, только Artstyle дает в страже. Давайте, поехали. Звезду тяни. Все. Отлично. Что он, блядь, там остался? По трусикам давайте играем. Есть гриб, нет?
сумеречный страж. Страж играет. Приверженцы играют. Снимай, да. Рано, что у нас так не получилось начать? Ну вот. Савины и мисклик. Знаешь, кого тянуть? Да, я поставлю крест. Так, все. Все те же самые метки делают. Крест тянуть, да? Да. Рогат, ты хочешь? Ага. Так, тогда воид дашь звезду. Знаешь, за элементалем прям стоит, я не могу... А вот, все. Нажал. Все, давайте. Угу. Арт ставил в трусы. Ага. Мать, поведи, тварь. Ему коровий стан, кстати, можно дать. Трусики играют. Элементар. Элементар, что это? Где тварь? Бля, я ж страх могу снимать, чё я купил, сука. Я ж прокачал. Сразу бил. Не убирай бан сразу в элементарь себе. Ну и все. Все сюда перемещаются, кто бьет. Да кажется. Боковых этих, да? Куда? Ой, куда? Я направо пошел.
Давай, идем направо, направо. Вы в тотем встали, ДКшка гриппаешь потихоньку. Сколько? Кого притянет, не бегите в босса. За контроль. Тренер вроде сработал. Давай. И то я тренера не дисплею. Пошли на ту сторону. Я там копает. Пусть и сагрится, если я здесь копану. Вон потом. О, мне танчить, да? А как его танчить? Я думал, он будет сагриться. Давайте портал. Ну я спекусь туда. Угу. Надеюсь, он на всех стоит. Стоит Woman. А зачем Woman? Что это такое? А, ну вот оно. А нахуя он? Агро смотреть. А, блядь, тут хант рога этот, как его, блядь. Рога, нахуя. Тем более, у меня 25% качественного снижения. Я очень редко, когда я вообще срывал, в принципе. Мы обычный будем режим делать. Скрин скинул, Диси, пиздец, хохма, блять. А где? Общий чат? Заявки для статик. А, заявки для статик.
хотел похавать, называется, блядь. Мы обычный режим будем делать. Пропал. Молчите, да, короче. Да какой хрен нахуй тут, блять, хилы не снял. Да говно спина. В смысле говна спина? Ты посмотри, там две дырки, блядь. Бля, а, ну тогда я бы ее себе забрал, в принципе, на хвоста. Нихуя так. РПБ, крит и две дырки. Бля, она больше, чем мой силы даст даже. У меня вообще ни одной дырки нет. И крита больше даст. Не, ну на ретрика это заебись, да. Все, все крит. Тут. Мы хм или обычку? Хм. Блять, нихуя. Короче, пизда, я нахуй до завтра, да? А в чем проблема? Кстати, где метки ставят, ты помнишь? Я бы вам рекомендовал без меток играть. Для чего? Ну для того, что вот когда скилл красный становится на панели, это значит ты далеко от босса и можно поближе подойти. А метки, они в голове рамки ставят у людей, и люди становятся ограниченными. Бля, дрипковая неплохой, если мы падаем. Нет. А кошек вот, дали? Сколько там? Достаточно. Типа, все помнят тактику или нужно объяснить? Ну я на милика помню. Я вообще не знаю. В общем, бьем издалека. Ждем, пока первая метка будет. Все РТД стоят в кресту. Крест вот подстроить. РТД, где тут? Так. Все милики просто бьют спину вместе с танком. Короче, кидает свою соплю. Пока она летит, переходим вот сюда, направо. Она упала, встали. Даем геру, начинаем лупить. Когда вы в этой сопле, у вас понижается расход маны, повышается ДПС. Когда на вас ДБМ орет, что метка. Сейчас скажу, как она там называется, эта метка. Метка безликого называется. Как вы выбегаете в трусики. Обычно все выбегают вправо, то есть в синюю метку. Но если на тебе метка, ты бежишь в зеленый. 100% случаев всегда. Вот и все, все два правила. То есть вы следите, чтобы сопля не прилетела. Убегайте от нее вправо. И если на метка на вас появляется, убегайте влево. В чем прикол? Когда вы бежите с рейдом, на вас может появиться метка, да, но пусть она не так привязана. Вы должны отойти от рейда. Эта метка будет хилить, передавать здоровье боссу со всего рейда, когда вы стоите рядом с рейдом. Ну, вроде все.
в чем еще там подвохи могут быть? Саранитовые лужи не бьем, которые вот испарения будут. Как только 6 штук накопится, врубится ХМ. Появится элементаль саранитовый. Его нужно быстро залить, потому что он его ешет. А у хилов ограничена мана. Какие-то вопросы есть у кого-то? Когда все побегут вправо, если метка, то вы просто берете и отходите от рейда. Сюда, например. Вот видите, где я сейчас бегаю? Куда угодно, но только подальше от рейда. Рейд вернется в крест, и вы можете встать вот сюда. Например. Как только метка спадет, вы к рейду подтянулись. Все будет понятно с течением трейда, так что в принципе не проблема. Милики будут стоять в миле, хилы тоже с ними. То есть на них не должен прилетать эти метки. Ни сопли, ни метки. ДБМ будет ставить метку и орать, что возле вас ай-яй-яй происходит. Это метка. Вот у меня череп. Лечу. Куда вы делитесь? Сопля такая черная. Вот я к вам прилетел, бах, вы вайпнули. Все. Нормально, я считаю. Давайте вторая попытка. Вот я к вам лечу. Куда вы убегаете? О! Чудеса! Господи, давайте готовимся. Будет уже пришел. Да, и все готовы, гулять, погнали. Рестобафа нету, да? Нет. Понял. Да, я знаю. Еще и промах вообще, пушка, да. Жигучее пламя сбиваем, милики. Женек, это на тебя ложится. Хорошо. Ну и на рогу, если женек проиграл. Бля, не бейте эту хуйню, вы чё, ребята? Не уешьте. Летит. Рога, ты сбил, что ли? Никто не сбил. Классно. На пол не забываем. Так, ну кто зауешил? Женёк, ты что ли? Да, она до меня еще сдохла. Да все, ложись. Ложимся. Вот, давайте подошли. Видимо, я еще по контролю сбивания. Ну и как бы, ребята, ну, зеленые штукари не бить вообще никак. Я вам так скажу, ребята. ДК танк тут лучше из-за того, что он не уешит, когда набирает агро в одну цель. Если вы хотите убить ХМ, то я буду водить босса. Потому что стоять не бить этим молотом праведника я не могу.
Будут локи танчить. Понимаю. Вообще-то ты, в принципе, можешь, да? Можем чуть-чуть отводить. Ну, води. Проверили. Тут все равно РДД. Водится он по кругу. Вокруг вас. Ну да, для ребят вообще ничего не поменяется. По сути, мирики и так срастят. Ну, я бы только метки убрал и все. Потому что они... Я вот отведу его по кругу. Когда он будет под берсой, его надо водить. И когда шпары под босса. Урез хила, кстати, есть у кого-то? Да-да, у меня. Хант. Кто не понял, что пары нельзя бить? Плюс поставьте, пожалуйста. Все, надеюсь, поняли, что их нельзя бить. А, бля. Метка, алло, алло, Квейзер, алло, Квейзер, ты такой молодец, Квейзер. Крест на тебе появился, ты не увидел, да? А дебаф увидел? Подожди, метка не на мне была, на маге. Прикольно. Давай-ка посмотрим, на ком же была метка великая. Смотри, ДБМ, оказывается, у тебя есть. Обратите внимание вот, на крест, когда на вас появляется, это значит, что на вас метка, если вы ну, не можете смотреть на, за персонажем за своим, что он орёт.
смотрите за рейтфрейм, как сказать.